быть. Домер, мы с Домером перестали общаться, мы с ним очень сильно поругались, мы с ним больше не общаемся. Вам не надоели устаревшие лаунчеры для Майнкрафта с сомнительной репутацией? Мне надоели. Так что предлагаю попробовать тебе новый лаунчер под названием K-Launcher. Отличительная черта лаунчера – это бесплатные HD, скины и плащи, современный дизайн сайта и лаунчера, система уровней и достижений, за которую вы будете получать денежное вознаграждение. Для любителей модов в лаунчере есть более 100 тысяч различных дополнений. Переходи на K-Launcher со своего старенького лаунчера прямо сейчас и получай бонус при регистрации по промокоду KL2023. Ссылка на K-Launcher будет в описании ролика. И помни, что игра с устаревших лаунчеров небезопасна для твоего здоровья. Спасибо большое тебе. Не, это не Домер, ребят. Это не может быть Домер. Мы с Домером перестали общаться. Мы с ним очень сильно поругались. Мы с ним больше не общаемся. И он больше не будет ко мне на стримы приходить, донатить. Он не будет играть на сервере. И он просил вам передать то, что он теперь больше меня не знает. Он не хочет меня знать. Он хочет вычеркнуть меня из своей жизни. Вот, поэтому можете больше не писать, что это Домер донатит, неважно сколько человек донатит, это больше не Домер, потому что он со мной больше не общается. Мы с ним не общаемся, не он, а мы с ним не общаемся. Вот так вот, вот так в жизни бывает. Да я шучу, ну чё вы? Мы с Домером меньше чем через 2 недели встретимся. Ну чё вы это самое, чё вы верите? Я ж прикалываюсь. Но мы один раз с ним в жизни уже виделись, наверное, лет 5-6 назад. Вот. Поэтому еще увидимся, не переживайте. Очень жаль, что перестали общаться с Номером. Да, с Номером, да, а с Домером нет. Спасибо большое. Смотри следующий донат! Смотри следующий донат! Смотри следующий! Забайтил! Да я шучу, Домер, что-то это самое. Да ну это шутка. Ну я же сказал, я шучу. Ну что ты такой серьезный? Ну что ты напрягся? Я же говорю, так шутка, ну чё ты это самое, чё ты, чё, зачем ссориться, мы ж скоро увидимся, зачем, ну чё, я ж ненормальный что ли, ты чё, куда? Даже Домер поверил, я вас заскамить в чате хотела, даже Домер поверил. Ну чё, да все нормально, думаю, не переживай, чё. Я с тобой не ссорился. Я не знаю, ссорился ты со мной или нет, но я не ссорился. Быть Домер, мы с Домером перестали общаться, мы с ним очень сильно поругались, мы с ним больше не общаемся. Быть Домер, мы с Домером перестали общаться, мы с ним очень сильно поругались, мы с ним больше не общаемся. Быть Домер, мы с Домером перестали общаться, мы с ним очень сильно поругались, мы с ним больше не общаемся. Быть Домер, мы с Домером перестали общаться, мы с ним очень сильно поругались, мы с ним больше не общаемся.